Вернулся. Слушай, и если не хочешь, чтобы тебя увидел овчарка Сэм, вот тебе бесплатный совет. Во-первых, когда ты увидишь этот значок, это значит, что ты приблизился к области Сэма. На значке ты можешь увидеть, куда смотрит Сэм. Если он перед тобой, значит, Сэм смотрит в твоем направлении. Когда значок зеленый, это значит, что ты близок к территории Сэма. Но когда то, он не может видеть или слышать тебя. Когда значок оранжевый, это значит, что ты на территории Сэма, так что веди себя тихо, и все будет хорошо. Когда значок красный, это значит, что у тебя большие проблемы с